Хоть у нас и настала анталийская жара, но моря, как в Анталии, у нас нету. В Урал купаться вам я тоже не рекомендую. Что делать и как спасаться от этого пекла? Ну, можно сесть куда-нибудь в тенечек и попытаться обдуть себя с помощью веера. Но прогресс не стоит на месте. И в моде сейчас автомобильные кондиционеры. Если вы думаете, что ваша машина с нуля купленная будет всю жизнь вас обдувать холодным воздухом, это, собственно говоря, не всегда правда. И кондиционер надо так же заправлять, как и менять масло. Первые автомобильные кондиционеры в массовом порядке появились в США в конце 70-х годов прошлого века. В России узнали о островке прохлады в салоне автомобиля посреди летней жары только в 90-х. Кстати, тогда и родилась легенда о иномарке. Ремейк сказки про Эмилию и печку, в которой ничего никогда делать не надо. Заводи и езди до посинения, по щучьему велению. Весть о том, что и кондер нужно обслуживать и заправлять, прозвучало как гром среди ясного неба. Как только что сказал Алексей, никому не охота стоять на жаре с камерой. И всем хочется сидеть в кондиционированном автомобиле. Ну, вот, например, в таких, как Hyundai Porter. У них тоже встречается такое оборудование. Но сейчас не об этом. Ох и ушли и стали вы народ, россияне. И 30-градусная жара вам не по нутру, и 30-градусный мороз уже плохо. То есть летом вам хочется прохлады, а зимой тепла. Но ничего бесплатно не бывает. А сегодня мы попробуем заправить кондиционер не совсем новым автомобилем. Долго ли, коротко ли, хочешь, не хочешь, а без фреона кондиционер не работает. Где заправить? Последовательное решение вопроса во времени. Нигде. Затем в Москве. Лет через 5, в начале века нынешнего, в Челябе у шабашников. Но тут на рынке автоуслуг магнитки зажглась сверхновая. Автоцентр Tire Plus на Марджане 9. И вуаля, проблема с охладителем салона автомобиля и его содержимого вообще перестала быть волнующей. Новое оборудование по заправке кондиционеров, соответствующее, кстати, Европейской экологической конвенции, позволяет владельцам соответственно оборудованных авто с прохладцей отнестись к летней жаре. Между прочим, много времени, денег и нервов процедура не отнимает. И поверьте, обливающиеся потом, это того стоит. Современное медицинское обслуживание, а точнее диспансерное обслуживание, просто необходимо человеку. Я вот лично свою задницу, свое сердце и свой позвоночник доверяю только двум людям, очень проверенным людям. Но и вашему автомобилю обслуживание тоже необходимо. Будь то это замена тормозной жидкости, будь то регулировка кондиционера, регулировка зажигания. В общем, те процедуры, которые гарантируют вашему автомобилю долгую безупречную жизнь. Где все это проводить, выбирать вам. Но последние две процедуры, как то замена тормозной жидкости и регулировка кондиционера, мы провели здесь, на Марджане 9, в Tire Plus.